Добрый день, друзья! Наша следующая лекция будет называться просто «Трудный дар». Да, трудный. Вот так вот по-простому. А это история про то, что очень часто человек вот и даже не ведает о том, что будет одарен. А когда одарен, вообще не приходит в восторг. Он совсем не радуется. Вот, и возникает такая странная ситуация. Дар есть, а радости нет. И вот как, откуда появляются такие дары, как они появились в те времена, которые мы называем началом, да, нашей культуры, нашей цивилизации, как они существуют сегодня, вот про это будет наша следующая лекция.